сравнении с деревом проигрываем в строках. Мой торс не баобаб, совсем не эвкалипт. С листвой опавший без плодов, что проку, когда все тело ноет и болит. И в старости быть сочным, плодовитым, свежим, возможно, разве только что святым. Ненужное сухое садовник сам обрежет. Мы ароматные плоды таких отцов едим. В саду, в лесу деревья учат нас. Похожи мы на разные деревья. Среди березок, тополей, щинар встречается и дуб предельно древний. Мой ствол коряв, прошедшим исковеркан, следы разбушевавшихся стихий, не с человеческой, с библейской входим меркой, настолько добры мы или плохие. Бывает впору позавидовать скоту, зверью, и силе ловкости и чуткости чудесной, а сколько осторожности легко узрю, какие звуки, трели, радостные песни. Умению без пищи обходиться, того же паучка, чью паутинку, не раз сметал, устраивать чистку, урок терпения не пропускайте мимо. Не ясно ли, что рыб, тугие косяки, дружнее многих человеческих обществ? Рассматривая что-то, пристанешь на носки, одну из тайн рассматривать захочешь. Настолько же мы уязвимы, твари, податливы на распри, гнусное злодейство. Заботы, ревность быстротечно старят, и сердце от обиды может треснуть. Но силой слабой, силен слабой верой во Христа, доверием Создателю, Его наказом. С благословением живут нередко и до ста, молящийся нигде не остается праздным. 11 октября 2008 года.